С июня этого года компанию возглавляет Ольга Наумова. Глава Кубани и генеральный директор торговой сети обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Как отметил Вениамин Кондратьев, край сегодня заинтересован, чтобы «Магнит» и впредь оставался налоговым резидентом региона. Со своей стороны Ольга Наумова заверила, что в планах компании развивать торговую сеть именно в Краснодарском крае. Недавно были запущены первые аптеки и точки продаж в отделениях почты. По словам губернатора, важно, чтобы даже в самых отдаленных станицах и хуторах люди имели доступ к качественной продукции. Компания «Тантор» – один из самых давних партнеров и администрации Краснодарского края, и Краснодарского края, надежных партнеров. И один из самых больших, крупных налогоплательщиков. И для нас принципиально важно, чтобы и дальше компания «Тантор» оставалась одним из крупнейших налогоплательщиков Краснодарского края. И количество налогов, которые уплачиваются, только росли. А значит, должны расти и количество ваших проектов, которые, конечно, вы, я уверен, будете реализовывать. И нам очень важно здесь создать вам возможность, в первую очередь, для дальнейшего развития. Все наши новые проекты, идеи, так сказать, какие-либо движения, как в области торговли, так и производства, так и рядом любых других, так сказать, наших инициатив, мы стартуем всегда и пилотировать начинаем именно в Краснодарском крае, потому что здесь, собственно говоря, наша штаб-квартира, она, так сказать, ну, это огромная, важнейшая часть, так сказать, нашей истории. И мы никаких, так сказать, радикальных там и вообще каких-либо, так сказать, изменений в этой части не предполагаем. Вот, безусловно, мы опираемся на Краснодарский край как на свою вообще штаб-квартиру и базу. Еще один немаловажный вопрос, который затронул глава региона – социальная стабильность. На предприятиях компании сегодня заняты больше 40 тысяч жителей края. Вениамин Кондратьев выразил надежду, что новое руководство сохранит количество рабочих мест для кубанцев. Безусловно, компания «Тантор» всегда была социально ориентированной. Поэтому здесь огромная просьба предусматривать все-таки определенную социальную ориентацию на ту жизнь, на жизнь тех людей, в первую очередь, которые у вас работают. Это принципиально важно, потому что люди – это самое главное и большое богатство как вашей компании, так и нашего края. Я думаю, что здесь вот те традиции, которые заложены в компании «Тантор», конечно, будут сохранены, я уверен, даже еще и приумножены. Что вот еще принципиальное сотрудничество с местными сельхозтоваропроизводителями. Это тоже важно, потому что, конечно, конкурентная основа, ее никто не отменял, но для наших сельхозтоваропроизводителей очень важен гарантированный сбыт. А вам очень важна гарантированная поставка. Есть хорошие, сильные поставщики в крае. Мы сегодня работаем более чем с 300 поставщиками. И наш интерес, чтобы сильные производители разных товарных линеек также дополнительно с ними иметь долгосрочные стратегические отношения. В данном случае у нас очень, так сказать, амбициозные планы с производителями края, как бы дополнительно обеспечивать поставки произведенной здесь продукции на всю, так сказать, Российскую Федерацию. В числе поставщиков продукции на прилавке магазинов компании как мелкие фермеры, так и представители среднего бизнеса. В основном это производители хлебобулочных изделий, винных напитков, а также овощей и фруктов. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.